Совсем недавно, летом, бабушка обратилась с заявлением с просьбой помочь ей с ремонтом дома, крыша, там, шифер. Вот. Поехали тоже комиссионно проверить, как она, эта бабушка, живет. Да, крыша действительно, там плиты некоторые поменять надо и так далее, и тому подобное. Проживает эта бабушка с дочерью. А у дочери свой бизнес. Дочь ездит на Мерседесе. Вот не только удивлено, но просто возмущает вот такое отношение. Конечно, этих детей и внуков понять можно. Жилье наследуемое. А почему бы не воспользоваться?